В Москве сегодня встретили путешественника Сергея Ананова. Его невероятная история может стать основой для сюжета приключенческого фильма. Сергею всего чуть-чуть не хватило везения, чтобы установить мировой рекорд. Впервые облететь Землю по Северному полярному кругу. Зато ему удалось невозможное. Ананов выбрался из вертолета, рухнувшего в ледяную воду. За 30 секунд принял единственно верное решение, которое в результате и спасло ему жизнь. Крушение произошло в районе пролива Дэвиса, рядом с Гренландией. Канадские моряки утверждают, нет места более сурового. Сергей вытащил из кабины немного еды и спасательный плот, потом забрался на льдину. С этого момента началась борьба за жизнь. Главная угроза – белые медведи. Вот эти друзья навещали меня. По очереди три, трое. Вот так же сидели, когда я их отгонял, и смотрели на меня. Что будет дальше? Поэтому приходилось быть немножко злобным к ним. Но, в принципе, они молодцы. Они меня не возвращались, короче говоря. Продолжались активные поиски путешественника. Через двое суток его обнаружили канадские военные. Сегодня Сергей рассказал, арктический перелет остается его мечтой. И в будущем он повторит попытку установить мировой рекорд.